Держу, давай. Ну, следующий. Парни, готовь, сейчас к каждому подойду. Пока у вас есть возможность попробовать, сейчас подойду к каждому. Давай, ноги. А вы сбоку смотрите. О, нифига! Не пытался, погоди, таз пониже, опусти чуть. Давай, еще пониже, чуть-чуть таз пониже. Во, во, давай, не-не-не-не-не-не-не, еще раз, давай, еще раз. Еще раз, давай. А Сочка, давай, давай, да, держи. Туда вот. Сдался, что ли? Да. Почему? Солдат. Серьезно? Да. Давай, ногу, одну, вторую. Сейчас, погоди, дело до Артема дойдет. Взгляд вперед. Взгляд вперед, наклон. Нет, подними живот. Взгляд вперед. Еще, во. Похоже? Еще. Еще, держи, выпрямись, я держу, выпрямись. Похоже? Выпрями ноги. Похоже, но вперед на бег. Бля, сейчас сам Артем, погоди, ты в конце все будешь. Готовься сейчас, надо, чтобы результат. Никитос, Дима, пробуйте, делайте, пока не сидите, парни. Могу сказать, что все не очень хорошо, как мне хотелось бы. Сейчас я тоже сделаю. Взгляд вперед. Ноги насадь, напряги. Держи. Кирюх. Носочки. У тебя молодец. Сегодня занятие курсы. Выпрями, молодец. Ты как будешь абонемент брать или поштучно? Макар, поштучно. Переводом можно? Парень, пожалуйста, давай. Пробуйте. Сейчас, секунду. Вперед, заваливайся. Держи, выше. Держи, да, носочки, да, молодец, держи. Похоже? Надо похвалить, похоже, Никитос? Держи. Все, готов? Сейчас у нас два крепыша, да, Иван и Артем. Ух ты, блин. Как будто умудрился, я один из тех умудрился ударить меня. Давай, вперед взгляд. Держи. Таз подними, да. Держи, я тебя держу, не брошу, держи. Держи, ты больше вперед наклон. Конечно, тяжело, таз подними. Подними! Во, держи! Че, Артемий, пойдем? Давай на центр ставь. Парни, пожалуйста, посмотрите, сейчас мы постараемся сделать правильность. Артем, подойди сюда, пожалуйста. Я просто тебя попробую, да, понимаю. Да, упор, все дела. Ноги, руки, поехали. Почти. Напрягся, взгляд вперед. Контроль. Держу, Артем, выпись, держу. Держу, взгляд вперед. Держу, Артем, взгляд вперед сделай. Не могу, брат. Напряги ноги, братан. Да. Я не могу напрячь. Вот черт. Сейчас покажешь, давай, попробую сейчас. Че, парни, теперь моя попытка. Артем, подержишь? Мой ничего, да? А сейчас сам нифига не смогу сделать. Я по-умному, чтобы стойка не улетала, я их сразу в упор сделаю. Так, ну что, готовы? Смотрим. Хотя нет, зачем? Давай на раунд. Ну-ка. Ну да, ну это погоди, это близко. Пойдемте, смотрим. Артемий. Сейчас дальше давай. Поинтереснее. Да, я вижу. Поехали. Есть? Да, только, наверное, надо голову. Все, парни, 5 минут перерыв, потом начинаем. Уже действие. Матис, 5 минут перерыв. Потом все можно просто препятствовать. Посмотрим, как со взрослыми у вас получится договориться. Семен, у тебя сегодня занятия кончились. Так, 8-900-7-900. Макар, у тебя сегодня занятия тоже кончились. Скажите родителям, да.
Давайте, 917. Но вы не переживайте, что говоря, занятия кончились, это не значит, что их не будет, не волнуйтесь. 82. Что говоришь? Сейчас он скажет. Так, Юр, у тебя еще 9 и плюс 4. 14 занятий. Почему 14? 9 плюс 4. Не соплись, иди высморкайся. Быстрее в туалет, парни, кому надо. Сегодня небольшой день памяти. Мы сегодня будем пирог кушать и воду, или чай, или кофе пить. Сегодня у бабушки Сергея Сергеевича день памяти. Стасян, мы в зале. А зачем мы пирог будем есть? Для чего? Сегодня день памяти. Мы будем где-то до полдесятого. Какой, Макар, скажи. Да. Стасян, посмотрим, сейчас пока ничего не могу сказать, лады? Ты давай пока считай, занимайся делами, там ближе к 9, давай созвонимся. Вот, все, перевод 250. Да. Парни, попить, умыться, в туалет надо сходить. Все, все сходили, свои дела все сделали? Вот вы знаете, что мы сейчас репетировали? Ребят, вы знаете, что мы сейчас репетируем? Юр, должно прийти, как придет, я запишу тебе скажу. Юр, как называется вот этот элемент, который мы репетировали сейчас на стоечке? Подсказываю. Что вы подсказываете? Давай, да, покажи. Сейчас, погодите, Кирюх покажет, как он, смотри, как он горизонт, а почему горизонт называется? Это стойка на руках, да? Такая же. Только тело близко, да. Что, давай, парни, посмотрите, пожалуйста, на Кирилла, сейчас он нам похвалится. Так, смотрим. Теперь меня давай. Ну, молодец, контроль, это ты с маха, да, даешь? Молодец. Ну-ка, давай. Ну, а что бы тебе не выйти тогда из горизонта в передний виз? Ну, попробуй, сейчас Артем тоже, да, покажет? Сейчас музон включим. Давай, открытие тюрьмы. Я выбрался. Кирилл, а ты мог бы на двух стойках делать горизонт, а потом выйти в передний виз. Только тебе надо будет руки протянуть. У тебя тельце-то молодое, я думаю, с нагрузками такими справится. Ты попробуй. Понял уже, про что я говорю? Кирилл, твой перевод пришел. Мы еще не настроили. Тихо, парни. А что вы там балуетесь? Кто там внутри сидит? А почему вы туда Семена посадили и балуетесь? Серег, тюрьму, ну-ка, хорош, стоп. Серег, достань колонку, пожалуйста. В тюрьму не надо играть. Я так делаю. Зачем вы взяли Сему в тюрьму посадили? Я заслуживаю. Что, чтобы примат, что ли? Они там вывозят втроем. Как? Так, ребята. Сейчас малышам стойка на руках у стены. У стены. Стойка на руках. Сначала стойка на голове. Юра, так как ты мастер стойки на голове, на руках. Стойка на мизинце? Да, Петюнь. У собачки заболит, да, у кошки заболит, а у Артема пройдет. Все, давай. Молодец, Макар, минуту держать. У кошки не болит, у кого бы не болит, а Артема болит. Не надо, чтобы ни у кого болело. Смотри, Артем. Если ты не умеешь, так? Попробуй вот так. Так легче. Да. Ты можешь встать на голову, встать, и ножки вот так закинуть. Просто надо минуту постоять. Поехали. Так, разрешаем. Молодец, Артем. Молодец, Артем. Только надо что-нибудь другое. Смотрите, просьба. Вам сейчас... А, ладно, будем загружать. И семечка. Смотрите. Отжимание на брусик давайте. Сделайте. Но. Например. А, в принципе, можно и маховую. Раз, два, три. Нет, здесь это будет широко тяжело. Попробуйте просто. Русский. Опа. То было русские, да. Давайте по двадцатке. Но их на узких получше сделать. Маховый, пожалуйста, сделайте. Артем, ты можешь попробовать маховый на кольцах, если хочешь? Нет, вам будет неудобно, вам надо будет по двое. Один здесь, Артем, Дим, слезь, пожалуйста. Например, Кирилл здесь, ты, Диман, здесь. Поехали, так. На кольцах не вариант. Думаешь? Да.
Можно 30 секунд? Нет, надо минуту. Я минуту простоял. Только на голове, да? Да, на голове надо минуту простоять. Я простоял. А можно быстро считать? Нет? Да нет, это не вариант. Да нет, можно, но... Ну, я как раз... Бляха, не раскачивайся. Соня, ты сильнее же меня? Я с Юрой же как-то смог это сделать? Ну да, и пошире. Конечно, вы на... А этот 20-й вам как не раскачивай, ты забываешь, вам забываешь. Ребят, столько на голове. Что Юра делает? Я сделал. Семен, ты сделал? Надо мах ногами больше вперед. Артем, ты сделал? Я нет. Артем, попробуй мах ногами больше вперед. Семен, вот там. А, Семен, Сергей Геннадьевич. Да. А сколько ты руках делаешь? Минуту. Ты считаешь? А, это тоже. Дай подожди. Ну да, давай. Прям так, вперед. Больше прям. Попробуй так вперед. Смотрите, как бы махнул вперед, мы пробуем сейчас выйти на этот самый. Либо можно, знаешь, как сделать? Для обучения можно подниматься. Нет. Макар, выпрями спину. Да. Блядь! Господи! Господи, можно... Да, мое плечо! Выдает. Я знаю, что у вас получится. Мах выше. Раз, два, три. На этом уникальной голова. Мах выше. Отжимание лучше. Попробуй. Давай проверку. Вот. Сейчас. Нет, а майки тут. Никитос, давай. Эй, ну, мне тоже, кажется. А ну, мы потом стойку на руках. Кстати, друзья. Да. Никитос, один момент. Да? Сюда мах не получается. Назад же нормально выходит. Парни, давайте мы сейчас попробуем. Пойдем. Я пойдем. Мы сейчас попробуем здесь. Все быстро, прям по одной руке, стойку на руках. Кто выбирает? Раз, два, три, да, все. Кто выбирает? Сейчас еще. Смотрите, Артем. Стойку на руках, сейчас просто не будете страховать, в любом случае. Значит, вам надо будет рядом стоять, держать. Думаете, нет? Нет. Почему? Ну, тут я даже не выйду. Серьезно? Мне кажется, стоп, погоди, спокойно. Что, никто не сможет поддержать, что ли? Одна минута, простоял, стойка на руках. Ближе, и вот так. Я простоял. Стоит. Пойдем сюда. Пойдем сюда. Сейчас. Здесь намного проще будет. Здесь можно даже. А на третьих я бы не смог. Нет, я думаю, что вам сейчас Кирилл попробует там. Если хочешь, сам попробуй. Смотри, у тебя стоит на голове просто столько. Я могу. Нет, он говорит, как я сделал. Да, она еще шатается. Пойдем сюда. Знаете, как я считал, а? Я так стойко умею. Я быстро считал. Сейчас мы здесь делаем. Это чуть надо помедленнее считать. Так, отойди, пожалуйста. Сюда пойдем. Взрослые. Так, Семен, отойди, пожалуйста. Отойдите. Пробуй стоечка на руках. Пробуй делать. Нет, это не надо. Спина за руки, я пробую. Парни, за мной не стоите, пожалуйста, ладно? Иван, делаем. Если получилось на руку, то пробуй на одну руку. Да, посмотри, если будет завариваться. Сейчас просто. Давайте я вас. Мам, Артем, пойдем. Там опасно. Если будет завариваться, смотри, что надо делать.
сейчас сразу поймете. Отжимаемся. Если будет завариваться, я хочу, чтобы встали. Руку поставить, и он спиной ляжет на руку. Все. Легко. А у меня уже есть. Еще, давай, выше. До пола. Легко. Еще, давай, смотрите. Поставьте руку здесь, сейчас. Поставь Артем руку. Да, конечно, бывает, там под мальбой захватит. Чего? Я попробовала. Ты все не мог, но не получилось. Я попробовала. Давай, давай, давай. Я делаю. Молодец. Вот так вот делаю. Сейчас. Держи, держи, держи. Держи, подними меня. Хорошо. Аж вообще на одну руку. Здесь тогда покрепче, надо не то, что под спину. Надо преодолеть страх. Надо попробовать, парни. Они шатаются, они как бы разновесные. Надо сделать. Я буду говорить за то время мало. Ребят, давайте потише. Иван, кажется, что слишком широко берешь. Даже Сейчас, Ваня, отжиматься будешь, братан. А, уже отжимаешься. Сейчас, смотрю, время. Все, через минуту, через 5 минут начинаем уже элементы. Все, можно просто привязать. Сейчас, секунду, сейчас, парни, доделаю стойку на руках. И все, можно просто привязать. А вы доделаете здесь стойку на руках, тогда можно будет. Я сделал на одну руке. Давай посмотрим сейчас. До 10 надо. Я сделал 1, 2, 3. Попробуй до 10. Давайте, смотрите. Я на тебя верю сам. Надо руки 10 секунд хотя бы? 10 секунд надо, да. Здесь какая интересная штука. Здесь надо уравновесить бедра, можно, плечи. Можно попить? Сейчас, секунду. Потерпи, пожалуйста. 5 минут, вернее, потерпи, можно будет попить. Ну что, я увижу от вас, кого стойку там на руках, сколько секунд, давайте сейчас посмотрю. Давайте. Никита, Кирилл, Артем и Димарик. Не держите меня. Ладно, все. Мы это Кирюх, это проба лишь нам понять, как страховать надо. Так, согласен, там надо 2 человека, чтобы было. Смотрю, Семен, не кричи. Молодец. Не надо, они должны доделывать за упражнение. Артем, попробуй на голове и на одной руке, пожалуйста. Ну давай, Кирюх. Парень, надо сделать хотя бы 5 секунд. На стойках? Ну на них вообще легко. Ладно, хорошо. Опускаемся с та-та-та-та-та. Давай пробуй на этих. 5 секунд простоять на руках, хотя бы на стойках. Давайте. Разобрали стойки. 5 секунд. Диман, Никит, поехали. Пожалуйста, 5 секунд простойте. Вань, терпи. Как? Я никому не звоню, я музыку включаю. Это колонка. На голове, на одной руке. То сколько так секунд расстояние? 10 секунд. А может 30 так легче? А, давай 30 попробуем. Так легче. На голове. Мы взрослых будем, ребят? Юля, у тебя получилось на одной руке? На одной руке, да. Просто на одной руке? Тебе даже без головы, ты будешь просто на одной руке стоять. Сколько? Хотя бы 10 секунд. Давай, Максим, я сделаю. Парень, надо выровнять. Сейчас специально сделаю. По нему
значит, надо напрячь живот, ноги, спину. Плечи. Пять секунд надо придержать. Пожалуйста, 5 секунд сделай, Миша. Можно я посмотрю? Давай, сделай. Давай на эти. А я специально как поставил, чтобы... Только не надо не смотреть. Смотрю. Аккуратнее. Раз. А кто смотрит? А, ну ты по вот так делал, да? А что ты не сделаешь на шахте поверхности? 5 секунд на губину поддержать. Давай. Давай, Никита. А, смотри, он даже подбирает угол этого, да? Ну ладно, что, опускаемся еще ниже, вообще на пол. Кто на полу сможет сделать? Последний бабушка, парень, на полу косину. Давай, кто первый? Давай, ты первый. Раз, два, три. Поехали, пробуем, давай попробуем, что вы? Давай, я попробую. На полу уже мы спустились от уровня с высокой перекладины. Да, сюда, да, на полу. Ну где что-то строишь? Как бы я сейчас тебя махну. Да я не знаю, как бы я не знаю. Считается, да? Юрий, отсели сюда на эту стенку. Ходьба не считается. Отжался, молодец, не могу стоять. Ходьба не считается. Больше не будешь, молодец, дай мне тебе Сергей Сергеевич поблагодарить, что я же помогаю. А смотрите, парни. Секунду, все сюда подойдите. Все сюда подойдите. А сейчас я вам покажу такое интересное упражнение. Сюда подойдите. Юрий, отсели вам. Парни взрослые тоже, смотрите, какая штука. Есть классное упражнение, у нас же полное название звучит Федерация воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги. Если, наверное, места не хватило нарисовать, отпечатать. В общем, смысл такой, есть йога там же гимнастика, но она более основана на энергетические чакры, там, где тоже боковые медитации. Там даже, когда мы стойки эти делаем, они называются как асаны. И там надо, например, держать по 30 секунд, по минуте, там надо дышать, парни, сидите, пожалуйста. Посидите, пойдем. А теперь смотрите, что надо сделать сейчас. Всем посмотрите внимательно. Вы поставили руки, и надо сейчас наклоном вперед. Мы сейчас, это для изучения стойки на руках, для хорошей. Если опять, если нет травм, то у вас все получится. Если нет каких-то прям кардинальных нарушений таких, да, в теле. Но если может быть есть что-то, что вы не знаете, мы сейчас все выявим. Смотрите, надо будет, смотрите на мои ноги. Надо будет приподнять свои ноги, упереться в руки, подержать так, постоять. А сколько сможете? Прямые руки, ноги должны быть. Хотя пару секунд, пять, хотя пару. Поняли, что? Хотя пять секунд. Да, упереться. Нет, лучше здесь надо сделать. Артем, руки уже. Потому что если руки широко будет, вам неудобно. Смотрите. Да, здесь вы заваливаете, фактически вы удерживаете равновесие. Просто правильно. Поехали. Поехали. Можно попробовать руки на кулаки поставить. Я не могу вообще. Не можете? Найдем. Ладно, все, 5 минут перерыв. Взрослые стелят маты. Стоп, малыши. Сначала взрослые стелят маты под элементы, а потом вы, отталкиваетесь от их подделки, думаете, как будете красу препятствий строить. Ладно? Мне кажется, мы только Семеном и Артемом будем. А световые пауки будут? Посмотрим. Тебе на ваше поведение. Если обещаете не баловаться и никого не бить. Не баловаться. Вот смотрите, Юра держит на одной руке, вообще не пыхтит, не кряхтит. Все ж держит. Молодец, Юрец. Молодец. Ну-ка, малыши, слезьте. Попить, умыться в туалет 5 минут. Парни,
5 минут попить, умыться, сходить в туалет. Сейчас взрослый стелит, а нам дальше элементы сейчас вы будете ставить. О, пойдем просто сейчас. Сейчас, погоди, сейчас они стелят сначала маты, мы сейчас будем делать элементы. Так, Макар. Ты сюда. А, нет, отстань. Семен, Артем, сюда. Подтягивание. Семен. Артем. Лесенка. 20, 15, 10, 5. Артем. Помнишь как? Макар, пойдем. Юрец, Иван. Он что, кофе просишь? Да нет. 20, 10, 5. Ну, оно иногда и полезно бывает. Ну попробуй хотя бы 5 раз. 20, 10, 20, 15, 10, 5, да. 0 надо, минуту, не расплачивай. Поехали. Стоп, подвинули, чтобы все были ровные. Маты постелены, понеслась. Сейчас я тебе помогу. Я сразу даже была. Давай, попробуй, я посмотрю, как вы с Артемом делаете. Давай, попробуй. А куда отходишь? До подбородка? Ну, давай до подбородка. Ладно, Артем, давай тебе подбородочку. На турнике там сейчас мы взрослые ребятки лазим. Молодец. Артем, давай попробуем. Сейчас попробуй, ножки сюда ложи, Артем, ножки сюда ложи. Артем, ножки сюда ложи. Давай, ручки натяните. Попробуй. Нет, надо 20 раз потянуться. Давай подбородочек, косни железки. Все, да. Молодец, раз. Надо 20 раз так сделать, ладно? Походу обронил здесь, А, ну это да, вот арматуренькая фига узнает, а кто это? Нормально, я показываю. Да, прям пошло так хорошо. Это из покрышки возможно? Нет. Куда ты его уронил? А после этого что? Да, потом 15, 10, 15. Полоса препятствия обещаю, да. Все, тогда мы сделаем. Давай, Артемий, давай быстро все делаем. Сейчас я ему закину. Все, делаем четко, быстро. Надо сделать. Артем, терпи. Да, тихо, не заваривай. Нет, ты чего, короче, не дай. Ну что тебе, ну он мешает? Кельтская, да, или какая-нибудь? Викинги, что-то такое. А я супасья. Три хаоса, пауэрфул викинг, музыка. А, ну да. Знакомый. Не, так не обманывать. Артем, дорогой. Ладно, все, не обманывать. Шутить можно, обмануть не надо. 32, да, золотая. Вот, тяжелое, тяжелее тебя аккуратно. Так.
Так, так. Знаете, как нет, я нет, так нечестно. Знаете, как да, я да. могу? Я его так могу. Да, Семен, только аккуратнее. Артем, подтягивайся. Правильно, ладно, хорошо. Сильнее, воды. Воды. Все, давай, я тебе верю. Семыч, молодец. Если что, Артем, подсказывай. Тем.